обычно люди приходят отдыхать со своими детьми, семьи проводят в основном свое свободное время в парках и возле памятников, поэтому хочу им, чтобы они посмотрели, увидели, что вот теракт, который должен был якобы произойти в Алмате, в многолюдных местах, это блеф. Власть хочет просто напугать людей, объявляя о том, что были там пойманы террористы, что опасно выходить на многолюдные места. Этим они просто хотят запугать людей и очернить кое-какие лица, имена кое-каких лиц, которые им не угодны.